сделаем такую игрушку сурикен. В конце получится вот такой шарик, ну просто обычный шарик, но если его вот так сделать с ним, то получается сурикен такой вот. Состоит он из 8 деталей. Детали состоят из вот таких вот бумажных квадратиков. Делаются детали вот так. Сгибаем пополам этот квадратик. Потом по диагонали. По одной и по второй. Вот. Там, где мы складывали пополам, осталась линия. Ну, они везде остались. И мы вот по этой линии загибаем уголки. Вот так вот. Складываем пополам. Получается такая вещь. Вот. Вот этот уголок, вот тут есть. Вот ли, вот. Мы его загибаем внутрь. Вот так. Вот. Стало. Вот таких деталей нужно 8. У меня они уже все есть. Вот. Когда их все сделали, мы вот острый, где нету вот этих разветвлений, два, вставляем вот в два, где два. Вот так вставляем, вот. И загибаем уголки вот сюда. Ну, остаются уголки, и мы сюда их загибаем. Делаем это со всеми. Вот. Последнюю загибать труднее всего, потому что вот тут уже есть вставлено, и, ну, и в нее трудно загнуть эти уголки. Вот так. Ну, в итоге получается вот этот вот шарик. То есть не получилось? Ну, там просто на одну больше я сделала, чем. Давай сделай нормально. Трудно. Давай, нет, давай все-таки туда делай. Я понимаю, что... Да. Так, что такое на одно больше? Тут я просто... Хорошо, хорошо, давай, сделай нормально. Она не нужна была. Да. Вот. То есть количество важно, да? Да, 8 штук именно. Иначе не получается. Да, иначе не получается. Она просто начнет раскрываться. Ну,
получился этот круг. Так, и как вот складывается? Вот, за противоположное. Оп. Потом. Ну, там как бы просто. Сурикен.